Количество безработных в Новосибирской области с начала года выросло в 5 раз. На бирже труда стоят 74 тысячи человек, в то время как свободных вакансий в 2 раза меньше. Сегодня эти данные озвучили специалисты Центра занятости населения. Реализуется полный комплекс мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Это в первую очередь трудоустройство на имеющиеся вакансии, организация временного трудоустройства, оплачиваемых общественных работ, поддержка предпринимательских инициатив безработных граждан. Приоритетной мерой по обеспечению занятости граждан продолжает оставаться и в этом году организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Часть людей, потерявших работу, пошли на курсы переподготовки. В этом году их прошли 6 тысяч новосибирцев. В основном это люди предпенсионного возраста и мамы в декрете. Самые популярные специальности – повар, парикмахер, библиотекарь и бухгалтер. В этом году, благодаря современным технологиям, обучение проходило по большей части в дистанционном формате. Онлайн-курсов провели в 2 раза больше, чем годом ранее. На обучение безработных из бюджета всех уровней потратили 109 миллионов рублей.